Добрый день! Сегодня мы поговорим с вами о детской мусорке для памперсов Angel Care. У нас старая модель, есть усовершенствованная, она ниже, с пластмассовой прозрачной крышкой, и модель Angel Care Luxe с клавишей внизу для открытия верхней крышки. Я покажу вам, как ей пользоваться и для чего она нужна. Крышка не дает распространиться запахам, которые появляются от памперсов, когда малыш начинает уже кушать пюрешки, особенно сливовые. Здесь есть отверстие, в которое вы проталкиваете памперс. После этого закрывается клапан. У нас уже полная, поэтому нам нужно ее заменить. Выкинуть полный кулечек и сформировать новый. Итак, здесь есть клавиша прямо на названии Angel Care. Мы нажимаем, поднимаем. Вот таким образом. Вытягиваем. Здесь есть каттер, нож. Он обрезает кулек. Мы его завязываем. Выкидываем. И формируем новую, как я говорю, колбаску. Немножко вытягиваем. Также делаем узелок на дне. Он получится у нас теперь. Вот у нас есть столько места. Закрываем. Щелк. И у вас новый кулечек для сбора памперсов. Можете пользоваться им дальше. Не забывайте закрывать крышку. Пользуйтесь на здоровье. Растите большими. До скорых встреч!